Всем привет! Наступает весна. И значит что? Крышу-то я почистил, а теперь надо еще и от сарайки скидывать. А еще у меня вчера был погром, на меня пытались взломать. Все, покажу следы. Я даже вчера хотел снять сарайку. Ну, когда я пришел, я увидел, что там случилось, и мне было не до этого. Не знаю, буду в это видео вставлять те ролики? Скорее всего, нет. Здравствуйте. Ну вот. Здравствуйте. Я в сарайку пошел. Почистил там все? Ну да, чистить надо еще. Давай. Ладно, до свидания. Ну и вот, идем с вами теперь туда. Знаете, вот здесь сейчас вот наркоманы стоят. У меня с собой мой Макарушка. Ой. Ой. Сейчас предохранитель сниму. Сведу. Все. Можно идти спокойно. Смотрите. Этих валунов-то вчера не было. Что-то вот это хуй. Видите, все. Ой. Не могу взять. Знаю, у кого взять. А все, руки не доходят. Сбегать на площадь. Ключик сделать. Кто-то где-то что-то чистил. Не пойму откуда. Оттуда скидывали. Ну и вот. Это другой сарай. Вот это мой сарай. Где крыша почищена. Давайте сейчас на крышу с вами залезем. Ну вот, мы с вами на крыше. Мусор всякий у меня здесь. Вот моя крыша, напали. Отодрали листы, но ничто, я летом все равно буду крышу делать. Видите, здесь новая. Вот от вейпа. Всякие жидкости. Вот так. Которые мне лежали. Смотрите. Что это такое? Колодец. Ну вот это буду здесь убирать я. Сейчас дочищу до конца все. Ну и вот. Вот этот у нас кооператив сарайка. Эту сарайку не ходят, эту не ходят. Вон там дальше ходит человек. И вот в этой сарайке дедок. И это вот мой сарай. Видите, как тяжело. Это уже подтаяло, сразу говорю, снег. Здесь 1,5 метра снега. Представьте, это как скидывать. Да? Сложно. А вот, например, чашка. Вот что-то. Пробивает это все. Представьте, мне сказали мирные стаканчики, я их расстрелял. Надо искать, а вот еще. А вот стеклянная какая-то. О, смотрите. Стеклянная баночка. Ух, встречи, не было опять есть. Ух! А вон, смотрите, смотрите. Вот это же военный оборонительный завод. О, видите, команда. Бывают военные ездят. Этот завод имени Ленина, где оптику делают. Сейчас швабы называется. Ну, с крыши вы разобрались. Пойдемте вниз. Шток был у меня. Хотел флаг здесь сделать Советского Союза. Вот это разгром. Сейчас вам покажу последствия разгром. Вот эти все, это мое накиданное. Вот смотрите, этого не было. Сарай, видите, открытый почему-то. Что-то накидали. Кто-то, наверное, приходил. Сейчас вот это буду отхитывать от сарай. Ну и вот. Здесь ступеньки я вчера поддел немного. Мне поломали. И вот здесь у меня был склад досок. Все мне на дверь. Пытались выломать мотыгу. Видите, аж туда пистолет проходит. Этого не было. Видите, как пытались выломать. Еще подожгли. Видите, следы горели. Как горело. Видите, этого не было. Тоже буду делать там. Склад оттуда поскидывали много чего. Здесь линолеум, это все в дальнейшем. Мне надо будет делать сейчас. Выселю по этому. Ух, ё-моё! Вот это рикошет был чуть не в меня. Ну ладно, сейчас открою сарайку и присоединюсь к вам. Вот смотрите, я хочу показать, как сарай у меня сделан. Здесь вот я стою. Вот такой предбанник. Сюда вот так спускаюсь. Кстати, вот эти еще люди приходят. И вот, эту дверь я открыла на замке. Сетка такая вот. Вот, видите, еще я ее не назамочил. Это вот фанера, стройматериалы. Материалы. Оп, открыл. А сейчас, наверное, свет на фонарике включу, тогда присоединюсь.
Сейчас видео на паузу не ставлю, монтирую. Стараюсь сделать видео качественное. Сегодня хотела уехать, а вот ради вас, мои хорошие, буду сегодня это видео выкладывать сразу. Сейчас я включу фонарь. Ну и вот. Что у меня здесь? Заходишь сразу. Чемодан вот этот по ссылочке девочки мне прислали. Потом будет распаковка. Как бы эта дверь, она сейчас закрывается. Ну и вот. Здесь полки, всякие баночки. Вот так. Это сразу говорю, лимонад пили мы с кириешками. Варенье всякие. Телефон старый. Это я здесь Ленину звоню. Вот Ленину звоню. Мишка плюшевый большой. Погреб у меня здесь. Здесь пол буду все делать, менять. Здесь будет вот на этом месте окно. Обшивать буду. Фанеры, утеплитель, фанера, вагоночка. Насчет света уже, видите, провода, все договорился. Вот здесь у меня будет полки. Бочонок вот этот красивый. Банки старые. Вот эти старые журналы. Там и польские, какие-то и английские. Видите, какие 82-й год. Много, это сейчас надо прибрать. Утеплитель. Ну, вы поняли. Ну, конечно, когда все сделать, здесь выйдет красиво. И эти полки вот эти тоже уберутся. Стирать старая, ватман, досок вот этих много всяких. Здесь же, вот смотрите, заходишь, и вот прям вот так идет-идет. Вот до самой вот, до этой вот деревяшки, вот, где моя нога был, шкаф. Я его разворотил. Ну, мне друзья, конечно, помогали. Я здесь и один много делал. Так, давайте сейчас эту дверь откроем и выйдем на улицу. Ну и вот, мы с вами на улице. Сделаем небольшой... Так, прошу запомнить, как здесь. Какие ступени все обрушенные, как мне сломали. И здесь сколько снега. А, сейчас я почищу. И включусь. И покажу вам, что у меня получилось после чистки. А, чуть не забыл. Вот этот мусор буду убирать. Смотрите, не переключайтесь никуда. Стреляю по этим сосулькам. С одной рукой. С одной руки. Отскочила от сосульки. Непробиваемая. О! Видели, отскочила. О! Тоже соскочила. Давайте я это попробую. О, это тоже упало. Все сосульки сбиты. Не все выполнено. Но чуть-чуть делаю. Вот заметьте, как на крыше грязно и снег. Это все сейчас буду убирать на видео. Видите результат. Вы же знаете, как я тружусь. Буду трудиться. Но зато мышцы качаю. Это как у меня место физкультуры. Играет музыка у меня. Ну ладно. У меня, видите, сделал ступеньки небольшие. Ну, уже здесь 2 часа с лишним. Крышу все, видите, вычистил до конца. Вот хейтеры напали, видите, что понаделали. Ну и сама крыша-то уже старая. Давайте я уже... Ой, что-то... Людмила Георгиевна горлопанит, как мама говорит. Видите, метелки нет. Во, сколько. Ну и сейчас, как вы понимаете, буду... Ой, здесь спуска нет. Вот это все буду вычищать. А когда уже будет теплее все, значит где-то градуса 0 плюс 1, буду здесь все делать. Ну ладно, когда все сделаю, вам покажу. Красивенько все. Фух, почищу, сделаю такие ступеньки. Уже закат, уже 6 часов. В 3 уже здесь был, 3 часа. Крышу всю почистил. Мусор собрал, унес, который здесь был. Видите, что? Это я не успел почистить. Взял мультиварку. Вот сейчас планирую. Друга, дедушка, у него ключ есть от этого. Надо бегать, делать дубликат. А то сейчас растает, как бы лазить. И уже неудобно проваливаешься. Бегу. Помню, что камеру забыл. Представьте, опять камеру забыл. Второй раз. Расскажу, как мне второй раз. Расскажу, а то потом следующее видео будет неинтересно. Все, взял сейчас вот эту штуку и буду делать рецепт.